Итак, всем привет! Вы на канале Умный Кот ТВ, с вами Макс. И сегодня мы снова играем в такую замечательную игру, как 7 дней смерти. Остановились мы на том, что у нас снесли стенку, вот, и мы ее поставим обратно. Да. Фух, это плохо. Они начинают мне стенки сносить эти. Как видите, трескает вот стенка довольно быстро. Еще пока ночь. В прошлой серии я закончил на том, что была ночь. Как я уже сказал сейчас, что я снимаю без звуков, потому что ну, они настолько громко орут, что вы просто не будете ни меня слышать, ничего вообще толком слышать. Вы будете слышать только, как орут зомби. Да, честно. Давайте поставим вот так вот, тогда мне меньше мороки будет оттуда. Отсюда тоже довольно мало. Так. Вот, тут они, скорее всего, сейчас будут начинать ломать стенку. И, кстати, я там посмотрел, там при заставке показывается, что во второй альфе появится... зомби, которые лазают по стенам. Это очень плохо. Или, возможно, эти зомби не прыгали на два блока. Это вторая реально альфа. И уже есть эти зомби, которые лазают по стенкам. Видите, как мы уии, полетели такие назад. Это немножко недоработка. Но ладно, я прощаю этих разработчиков. Ну, все же нелегко даже такое сделать. Я пытался как-то делать свою игру, такую маленькую, там, простенькую, шариком нужно катиться, но... Ну, у меня как бы получалось, но все-таки я забил на нее. Да, я просто забил. Она получалась... Как... Она и получалась, но она получалась тупой. Да, все. Поэтому я на нее просто забил. Так, там что, рассвет? Не, какой рассвет? Почти 2 часа ночи. О боже мой, так вот как тише, а так вообще орут. Орут при том с такими звуками, что... Блин! Офигеть, это камень, это умереть? У меня нет слов. Друзья, у меня нет слов, у меня сейчас, ну... Минута молчания. Сейчас мы увидим самое жестокое. О, не-не-не, смотрите, смотрите. Я возрождаюсь на этом же месте. Все, все окей. Все более-менее нормально. Стоп. Я возрождаюсь на этом же месте. Оно мне восстанавливает всю еду и всю воду. Это, короче, читерская кнопка. И всю жизнь. Я ее использовать не буду. Так, это чё? Это не знаю чё. Как-то зомби как бы успокоились немножко. Может, из-за того, что они меня давно не видят... Они успокаиваются понемножку и... Ну, и они не знают, короче, что я тут. И они не нападают на стенки и на всякое такое. Я надеюсь, что тут реально такое есть. И они из-за этого не нападают. На всякий случай я возьму в руки шотган. Я вот помню, я как-то приседал. Я это на 100% помню. А, не, стоп, это выбросить. Это чат. Ну, я помню, но все-таки не хочет он приседать. Я тогда за девушку притом играл, я потом понял, как сменить персонажа. Все, да, тише становится. Они куда-то ушли. Няшка. А, не, они не ушли. Ну, не все ушли. Но некоторые ушли. Какие-то звуки, как будто они что-то ломают. Так.
сидим тут тихо. Палка. Блин, ну это такая озвучка, я просто... Я в шоке. Campfire? Опа. А ну-ка, это, я так понимаю, доски? Не, не доски. Нужно два каких-то предмета ставить. Я так понял, я выбросил? Нет. Да, выбросил. Жаль, что не показывают, какие именно предметы. Это печально, но все же... Хотя бы представление, как мы это делать должны, у нас есть. Да. Вот из таких досок реально вот... Ой. Ничего себе, их покосал сразу. О. Они снова как бы взбесились. Все снова тише немножко становится. Это такая жестокая озвучка, я вам просто говорю. Ну, я могу как включить звук, как они что там говорят, ну как говорят, орут, но все же просто вы ничего от меня не услышите, вот честно, вы от меня вообще слова не сможете услышать. О, боже мой, как же они орут. Хотя я могу снимать, чтобы вы меня слышали и звуки слышали, это можно снимать на этот. Я могу так сделать, скажем так. Я могу, но это нужно снимать на Camtasia, а на ней просто очень много видео весит, поэтому, в три раза больше будет весить. У меня на жестком диске и так место кончается, поэтому я перешел на Bandicam, чтобы снимать видео поменьше. И вот я не знаю, будет ли вот это вот интересно, что я вот сейчас так вот стою, что-то тут делаю. Ну, вообще ничего толком не делаю. Давайте что-то тогда посмотрим. Ага, типа зеленое это то, что мы можем скрафтить. И знаем, как скрафтить. Плайвуд какой-то мы можем скрафтить. Ага. Давайте скрафтим. Вот, например, вот так вот, как-то тут. Ладно. Ага, железный слиток мы еще один можем скрафтить. О, вот такой вот вуд. Нет, нет, нет. Нет. Возвращайся назад. Ты сюда. Так, я... Фух. Я надеялся, что я... Обернусь, и там никого не будет. О, блин. У меня уже уши начинают болеть от этих криков. Но я должен их слышать. Во, вот так вот. Блин, ненормально. Я скрутил немножко. Но как же они орут. И давайте все-таки давай поговорим о чем-то, кроме... того, что они орут прям очень жестоко и моих ушей. Тогда давайте поговорим о том. Как я говорил, я хотел сделать стрим по этой игре. Я решил, что не буду я делать стрим по ней. Воу. Ага, это рука зомби была там. Окей. Я уже думал, что они прорвались. А, ну так вот, я не буду делать стрим, но все же поиграть со мной у вас в эту игру, надеюсь, будет возможность, так как, ну, я не знаю, вот, я через Хамачи создавать игру не могу, ну, как, я не могу сделать так, чтобы кто-то другой заходил. Саня может, но ему отец не разрешает скачать эту игру, ну, так как там у него на компе места нету, ну, и из-за этого нельзя. Поэтому так, эти детальки почти не нужны, так как они быстро ломаются. Но если их можно... Хотя, вообще, если их выбросить, так просто. Так, ну так вот. Так что, если кто-то может вот так вот подержать, как для нас сервер из вас, то можно будет. Да, ребят,
Заходите в Raid Call группу, я там ставлю, теперь всегда я пытаюсь ставить ссылку в описании, также на сам Raid Call я тоже ставлю ссылку в описании. Вы можете заходить, скачать, общаться со мной, и мы можем все вместе, как все, кто хочет, договориться, когда мы поиграем, и кто будет держать, там, все настроить, и тогда мы сможем все вместе там поиграть. Я не знаю, какое ограничение в этой игре стоит, чтобы, ну, как, на сколько человек, а там, на одной карте. Ну, я думаю, где-то 4 или... Ну, я надеюсь, что больше, чем 4, да. Надеюсь даже, что намного больше, чем 4. Там хотя бы 8, не знаю, даже больше. И чем больше, тем, конечно же, лучше. И чтобы мы так все вместе попытались поиграть, я думаю, это будет неплохо. Повыживаем там, не знаю, может еще что-то поделаем. Ну, надеюсь, будет прикольно. И уже почти 7 утра, я думаю, они перестанут беситься где-то в 7 утра. Да, все, они вроде как не бешеные уже. А, не бешеные. Я тут. Моя тут. А, все, теперь вот должны уже перестать беситься, по сути. И подвинься. Почему они должны перестать беситься? Ну, просто вроде как солнце вышло. Умри. Не подходит и не отходит, а какая? Так. Во, все, не орут. Да, во. Как мои уши счастливы, вы не представляете. Счастливы. Так, и сейчас, я думаю, мы будем искать новый дом, так как вы можете заметить, этот не так уж и хорошо держится. Тут было довольно мало зомби, вот скажу вам честно, это было довольно мало. Управление, конечно, вот честно скажу, ну, немножко оно какое-то неудобное. Да, оно как и хорошее, но все-таки почему-то оно мне, например, немножко неудобное. Я не знаю почему. Угу. Вон туда. Да, все, и пойдем вон туда, вон в... Раннеры Блвуды. Боже мой, что за название такое? Как вы думаете, можно попытать счастье и попытаться убить оленя? Да! Я попытал счастье, и мне повезло. Оленятина. Все, у нас есть еда. Ее нужно как-то пожарить, я думаю, тут есть такая возможность, как бы, надается нам. Так, стоп, эти вот не упускаем, так как в них содержатся довольно ценные вещи, часто там содержатся такие вещи. И идем в следующее поселение, скажем так. Там, как я вижу, целых 5 и возле... Ну, можно сказать, 6 домов, там, близко один к другому. Значит, там будет довольно много зомби, ну, посчитать, скажем... Опа. Так, это что такое, это что такое? Какой-то цветочек, я сомневаюсь, что он будет мне нужен. Свинья клёво. Не знал, что тут есть свиньи, вот честно. Я вообще не знал даже, что тут есть олени. Я не знал, что тут есть, как бы, дружеские мобы, скажем так. Они не совсем дружеские, но... Ну, как? Ладно, они дружеские, все. Ага. То есть, каждое оружие имеет свою прочность. Вот, например, 200, и это выстрелы. То есть, есть некоторое количество выстрелов. Ага, shift это бежать, значит на control должно быть приседать. Я забыл, что на shift бежать, вот просто
Ну, я стараюсь не тратить бег, к тому же я думаю, что скорее всего, когда мы бежим, мы тратим голод быстрее. Это логично. Должно быть. Так, тут пусто. Странно. Но все же, ладно. Так, и направляемся вот в этот вот замечательный поселок, что ли, даже не знаю, как это назвать. Так, домик вроде как трехэтажный даже. Можно на каком-то этаже забаррикадироваться и, ну, держать там честно. Вот этажи держать неудобно, скажу честно. Вот. Я уверен, что этажи держать неудобно. Давайте возьмем дробовик, так как мы должны зайти в дом. В дом. Внутрь дома. То есть. А внутрь дома. И, ну, вы не знаете, возможно, конечно, не знаете, возможно, некоторые знают. Ой-ой-ой. Но зомби когда темно, то есть где темно, там зомби быстрые. То есть в доме темно, значит они в доме быстрые. Так что, ну, я это вроде объяснял уже, но все-таки еще раз объяснить не помешает. Почему? Видели? Видели? Во, он быстрый. Оп, вышел сюда на свет. Все, он медленный такой. Быстрый, медленный. Так. Точно, машины. Машины. Это самая большая прибыль. Тут больше, ну, почти больше всего всяких ресурсов. Вот. Так, стоп. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Так, у тебя нету патронов, значит, ты уйди. Так. Пусто. Машина. Я думаю, даже, наверное, забью на этот городочек. Пойду к тому маленькому домику вон. Но отстрелю вот это вот зомби. Вот это вот зомби. Не понял. Ты чё не умерла? И вот этого вот зомби. Именно отстрелю, чтобы сейчас не терять вам много времени. И я успел там забаррикадироваться. Так, теперь быстренько в крафте мы делаем стик, вуд, нет. Стоп, у меня есть эти металлолом, скажем так. Нет, у меня нету металлолома. Это плохо. Нам нужно хотя бы 3 металлолома, тогда мы сделаем кирочку себе. А кирочка нам даст возможность, скажем даже так. О, там даже 2 домика. А, они маленькие, одноэтажные. Ну ладно. Так, палатка еще даже есть. Сейчас мы им покажем. Так, зомби. Это даже не домики, это палатки. Минус. 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 Минус, я сказал. Да, минус. Офигеть, мы такого здоровяка вынесли с одного удара. Мы просто про. Минус. Так, теперь это оружие отставляем. Ты ужасный, я тебя даже биткой забью. Я всех их мог биткой забить, но просто так быстрее. Так, что у тебя есть? Какие-то таблетки. Я думаю, что это таблетки все-таки. Но, возможно, это, конечно, не таблетки. Как я говорил, я на Вики вообще ничего не разбирался в этой игре, так что если я в чем-то ошибаюсь, вы исправляйте меня. Так, какой-то фрагмент я получил. А, по сути. А, фрагменты это как чертеж какой-то, скажем так. Фрагменты. А, странно. Нет, это все-таки какие-то фрагменты. Наверное, фрагменты палатки просто. Пикап. Во, да. Это нам нужно, по сути, так как это кровать. На ней можно спать.
Так, это по сути тоже нужно. Еще одна. Да, стака это значит нужна. Что тут? Вода нужна, конечно же. А, так, что в этой палатке? Опа, кто-то мертвый. Патроны. Так, нужны, конечно же. Я вот не понимаю, почему у меня перезарядка не работает. Может как-то так? Нет, 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 нет. Да, что-то у меня перезарядка не работает. Вот. Ага. Печально, правда, друзья? Я знаю, что это печально. Вот как-то начало приседать, что ли. Вот. Вот управление мышкой я потом изменю, так как мне так неудобно. О, смотрите. Это вот как бы тут зараженная территория. Вот давайте войдем. О, видите, и меня так ударило. А, за что еще раз? И там меня бьет. Я думал, что если я по дороге пойду, то меня не ударит просто. Я так подумал. Как видите, вот такая вот зелененьким отображается зараженная территория. Ага. Я думаю, вот честно, можно в палатке этой пожить. Да, я согласен. Но есть проблема в том, что в палатке небезопасно, друзья, да. Давайте пойдем в еще один какой-то другой город. Вон, например, вот туда. Вот сейчас тут пусто. Тут пусто. А, нет, смотрите. Блин. Использовал целый патрон. Воу, ты чё подошёл ко мне? Вообще такой... Так, палка. А палки чё, ломаются? Вроде как да. Ха. Ладно, давайте сделаем ещё тогда стики. Вот. Возьмём. Да, всё-таки палки, как я понял, ломаются, так как у меня как вроде как были, а тут бац и нету. Давайте посадим. Зачем оно нам нужно? Я вот сомневаюсь, что оно для чего-то нужно. Ну, может, для крафта там какого-то лекарства, что ли. Это возможно вполне. Ай-яй-яй-яй. Мне нужно еще железо. Тогда я смогу добывать киркой камень. Быстро, при том. Если я смогу добывать быстро камушек, то я смогу построить укрепление из камня. А укрепление из камня это вообще просто отлично. Вы так не считаете? А, я так считаю. Я думаю, вы тоже так считаете. А, так, бумага. Так, серия уже длится целых 23 минуты. Я, ну, как, я не хочу делать серии такие большие, но поэтому, я думаю, серии будут где-то по 25 минут, так как я ту серию вот загружал 100 минут. Ну, то есть час ой, свинья. А, час и 40 минут. А, так, ой, увидели? О, окей, у меня, наверное, глюки. Но у меня не глюки. Там все-таки что-то прыгнуло, как бы. А, так, оборона из дерева. Из дерева вот оборону строить не стоит, друзья, да. Вот, честно, не стоит. А, прорвут. Я пытался. Я сам, когда первый раз... Ну, как сам. Я тогда хотел с вами, но все же... Не получилось, я тогда просто со звуками как играл. Давайте выпьем воды, выпьем снова воды. Вот. Значит, если у нас мало еды, то здоровье не восстанавливается. Если у нас мало воды, то у нас бег не восстанавливается. Наверное, как-то так. А, пейнкиллеры, это то есть болеутоляющие. Все, окей, я понял, что это. А тебя я могу сожрать вот так вот? Честно могу, но, конечно, это фу просто. Да, я понимаю, но все же... Ну, пока мясо не протухло, ладно уж. Пусть будет, будем как зомби. Все-таки еда есть еда. Когда голоден, приходится. Приходится есть, что попало. Только чтобы поесть и утолить свой голод.
Так, ну и я еще раз повторяю для тех, кто, может, забыл. Добавляетесь в Raid Call группу. Rail Call. Да. Или Rail Call группу. А ссылка будет в описании. Если, конечно, я не забуду. Если я забуду, напомните мне. А что такое, мать, что ты не поставил ссылку? Железный слиток делаем. Теперь делаем так вот вуд планки. Теперь делаем вот стик. Нет, нет, нет. Ну-ка тут мне даст такую штучку. Firex. Но я догадываюсь, как это. Это вот так вот, вот так вот. О. И теперь я думаю вот так вот. Три. Нет. Ладно, я понял. Это вот так вот. Да, вот. Мы можем сделать топор. Или же у нас есть вариант сделать вот кирку. Я сделаю кирку. Да. Я понимаю, топор мы можем вот так вот крошить головы зомби. Ну как, крошить. Ну да, крошить, по сути. Но сейчас мне нужна оборона. Да, мне нужна оборона. Так, вот, домики. Так, пусто. Почти пусто. Так, машинка, машинка. О, вот этот вот дом мне нравится, только он как жирный. Скажем так, да, он жирный. Он не нравится, но он жирный. Плохо. Вот такой вот дом, да, такой вот дом реально защищать. Вполне при том. Блин, вот в городе это плохо. Плохо, тут слишком уж много зомби. Это слишком уж плохо. Так, закроем дверку, чтобы задержать, хотя бы задержать их на некоторое время. Так, пейнкиллеры. Сейчас они выломают дверку, я думаю. Не, еще не совсем скоро. Давайте тогда по-быстренькому бегаем на второй этаж. Да, бегаем на второй этаж. Вот так вот затыкаем. Вот, все. Как я выберусь отсюда-то? Ну, я не подумал об этом, но ладно, все, спешим. Так, железо, вот. У нас есть еще один железный слиток, считайте. Опа! Опа, Гандам Стайл. У меня есть автомат. Ат-ат-ат-ат. Опа, Гандам Стайл. Опа. Опа-па-па-па. Опа, автомат. А скорее всего у них память как бы есть. Все-таки память тут продумана. Они, наверное, сейчас не знают, что я в доме. Ну как, они забыли, скажем так. Бумага, cooking put. Две штуки мне не нуду. Не нуду. Мне не надо, короче. Бук. Ну, оно надо, я думаю, это тоже надо. Земля. Земля мне не нужна. Вода. Вода, ну, конечно же, нужна, но куда мне ее всунуть-то, а? Этого мне не надо. Так, еда. Еда мне нужна. Еда мне нужна. Так. Ага. Вода стакается по 5, да? Лип. Чекен. Так, я немножко голоден. Давайте поменяем вот так вот. Теперь, значит, заберем вот эту вот штучку вот сюда, вот так. Can of паста. Паста. Бумага пустая. Ну, мне она, думаю, не нужна. Ну, только чтобы подтираться. Это шутка, друзья, это шутка. Так, пейнкиллеры, бутылки воды. Все, вода у нас просто запас.
супер мега большой есть, нам больше воды не надо. Я больше воды брать не буду. Так, давайте 4 дерева, вот так вот мы можем стакнуть, это я об этом не подумал. Так, тут пусто, тут пусто. В этой вот печке пусто. Да, все-таки у этих зомби просто должен быть хоть какой-то интеллект насчет запоминания, где я был. Так что давайте подумаем. Ну как подумаем, сделаем по-умному и вот так вот. Ладно, я так еще не могу запитать. Ну только если вот так вот, вот кирочкой копну. Опа. И вот так вот поставлю, то да. Так я могу. Я так и сделаю. Да, вот. Вот так вот я затыкаю. По сути, теперь они не должны меня там найти. Опа. А эти, что наверху, я мог их забыть. И думаю, эту ночь мы пересидим здесь. Я уже должен был закончить видео. Но почему-то я взял его и еще не закончил. Но все-таки сейчас будем заканчивать. Так что офигеть. Вот так вот заменим пистолет. Заменим. Да, пистолет тоже. М19 магазинчики. Вот богатые-богатые тут люди жили. Вообще даже на оружие богаты. Пейнкиллеры. Вот, даже 6 стакается, отлично. Ну и поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем до скорого, друзья. Всем удачи. Всем пока. Так, сейчас. One moment. Вылезем на крышу. И тогда уже закончим эту серию, чтобы посмотреть вот так вот на небо. Пока.